После шокирующего финала пятого сезона «Стрелы», смерть – это еще не самое худшее, что может быть. Так вот заявили создатели сериала, и если задуматься, то это правда. С героями шоу столько всего происходило, и даже когда они погибали, а потом снова возвращались из мира мертвых, их судьбы сильно менялись, и в основном не в лучшую сторону. Такой вот запутанный комментарий про судьбу после смерти оставили создатели сериала. Из этих слов можно понять, что в шестом сезоне нам будут показывать такие последствия, то есть возможно после взрыва на острове кто-то из основных персонажей погиб, а потом воскрес. Но кто же этот герой? Из всех, кто был на острове, точно погиб Малкольм Мерлин, потому что актер официально ушел из проектов DC и больше не будет показываться в супергеройских сериалах. Из списка, кто же погиб во время взрыва, а потом воскреса, Малкольма можно с уверенностью вычеркивать. Что же насчет других героев? Тея, новая черная канарейка, Дикий пес и Дигл с Фелисити. Здесь трудно сказать, я лишь смог найти еще одну новую информацию от создателей Стрелы. Вот что они говорят. Большинство задаваемых нам вопросов и обсуждения в интернете очень однообразны. Человек либо жив, либо мертв. Но существуют и другие варианты, которые могли произойти с персонажами в конце 23 серии. Пока все зациклены на чем-то одном, мы, как вы уже убедились по стреле, можем готовить совсем другое. Естественно, большинство персонажей выживут, но не обойдется без потерь. Мне бы хотелось привести пример ходячих мертвецов. У них был похожий финал, где группа постоянных персонажей находится на волоске от гибели. Тот факт, что они основные герои стрелы, не значит, что каждый сможет выйти из этого клиффхенгера живым. Новостей по поводу шестого сезона стрелы практически нет. Известно лишь, что действие первой серии развернется, как обычно, через несколько месяцев после событий финала пятого сезона. Однако, по словам режиссера, в этом эпизоде мы увидим флешбеки с Лиан Ю, в которых мы узнаем, что же случилось с командой Стрелы. Также появился комментарий по поводу Фелисити в шестом сезоне. После того, как Хеликс помогли Фелисити в обмен на помощь в освобождении их основателя, суперхакера Кейдена Джеймса, сюжетная линия Хеликс осталась в подвешенном состоянии, а мы не любим оставлять эти вещи болтать в воздухе, отмечает шоураннер. Это было бы отличной дополнительной историей для Фелисити, чтобы она снова смогла навестить этих людей, которые остались не очень ею довольны. Будем честными. Мы специально оставили открытый конец в этой сюжетной линии. Официально также подтверждено, что в шестом сезоне мы увидим Дэдшота, Дефстроука и нового злодея, который был у фанатов на первом месте в особенном списке. И возможно, этот новый противник сумеет восстановить остров, не знаю как, но это лишь теории фанатов. Через пару недель уже состоится ежегодный Комик-кон, на котором нам, возможно, покажут первый официальный трейлер шестого сезона «Стрелы». А также мы увидим всех главных актеров. На моем канале эта трансляция обязательно будет, так что подписывайся на канал и смотри другие ролики. Всем пока!